Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды и быстренько бежим в бой. Так, Лига Сёгунов, одна звезда. Какого лешего? Почему Лига Сёгунов, одна звезда, друзья мои? Блин. Я хочу уже быть в Лиге Мастеров. Так как сегодня что вообще за день недели? Я что же не помню. Сейчас глянем, ребята. День недели. Сегодня у нас пятница. Так, значит, у нас, ребятушки, пятница, блин, да? Ага. Завтра будет суббота. Я работаю. Воскресенье. Тоже работаю. А в понедельник уже буст. Да, там уже, ребята, и Новый год. Слушай, действительно, может быть, ребята, нам пока остыть малька, а? Новый год все-таки, как-никак. Я сомневаюсь, что кому-то будут интересны какие-то серии. Может быть, просто отдохнем? Что скажете, ребят? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Будем делать новогодние каникулы? Ну, в плане отдыха. Что вы отдохнете, что я отдохну. Вот. Или будем продолжать долбить что-нибудь. Долбить игры, я имею в виду. В усиленном режиме. Вот. Так что жду. Жду, друзья мои, комментарий. Так, что это за значок? Мне такой значок не нужен. И еще раз повторяю, ребята, бейтесь на арене. Вам обязательно пригодится супер шредер, который тут разыгрывается. Если вы его откроете, вы об этом не пожалеете, это уж точно. Так же, как если вы открыли уже Усаги, если вы прокачали Леонардо. В общем, всех массовиков, которых я рекомендовал, ребята, в прошлых сериях. А вы прекрасно знаете, что это за персонажи. То у вас будет все вообще великолепно. Просто четенько. Но, конечно, не все так просто и легко, как хотелось бы, или как это звучит на словах. Да, придется попотеть, попыхтеть. Но если у вас получится, ребята, если у вас получится, вы будете в куражах, так скажем. Почему? Ну, потому что все бойцы, почти все, ребят, бойцы проверены мной лично. И я вам не посоветую плохого именно для какой-то определенной комбинации или против какого-то определенного противника что-либо выбрать. То есть мы играем по чесноку и делаем честное мнение по каждому персонажу. Если кто не знает, не видел, не знает и не доверяет, может посмотреть предыдущие видосики, ребята. И каждый персонаж практически досконально разобран. Я имею в виду именно те, которые у нас прокачаны полностью. Так, ну что ж, давай возьмем Дони. Ну и... Ну а что, Дони? Дони сейчас, ребята, фаерболы. Блин, меня этот кашель, он не проходит, друзья, я не знаю. По идее, надо садиться на больничный, но я только с больничного. Меня не поймут на работе. Хотя... такой, знаешь, уже... такое ощущение, что застоявшийся кашель, блин. Как бы хуже не было. Я знаю, что такое, ребята, когда хуже. Вот не хотелось бы. Особенно пневмонию, не дай бог, заработать. В плане. Ты видел, сколько мне ступенек там, ребят, перекинули? Молодцы, красавцы просто. Так, зачем мне здесь Армагон, если мы тут можем с тобой использовать, ну, например, тем же самым крысиным королем. Да, ребята, он не топ. Я думаю, что он не сможет всех уложить. Ну, так, там еще и уклонение поставили, да? Ага, ну-ка. Давай-давай, Рафаэль, бомбочку бросай. Я думаю, что, наверное, давай-ка. Давай попробуем Майки увалить. Потом сделаем вот так вот. А я так и думал, что мы его не сможем бомбануть.
Ай-яй-яй, сейчас, наверное, завалит. Ух, нам повезло, друзья. Нам чертовски, надеюсь, повезло. Слушай, кабан, падай уже, а? Блин, собли зубы чуть не потеряли. Такое вот бывает. Но... Так, ребят, мы вернулись в Лигу Сёгунов 2 звезды. А заканчивали мы, по-моему, в последний раз на Лиге... Если не соврать, на Лиге Сёгунов, по-моему, 3 звезды. Могу сейчас, конечно, вам тут в три короба наплесть. Я вот, честно говоря, не помню. Последняя серия у нас как заканчивалась? Так, а ну-ка. Жух, шикарно. Молодцы, молодцы, справились. Так, а если сегодня пятница, значит, у нас допс задание открыто. Получается так. Получается именно так. Ну что, пиццелицей? Я думаю, ты один справишься здесь со своими пиццами, плюшками, ватрушками. Бежит, руки назад. Обалдеть. Давай-ка. Как меня он заколебал, а? Это сколько уже? Неделя прошла, я все дохаю. Все дохаю, неделя прошла, я все дохаю, ребят. Причем таблетки, все это пьется. Но что-то как-то не помогает. Нет, если бы там, например, лежал бы дома, да, пил таблетки бы, может быть, какой-то эффект был бы. А ты, извини меня, и работаешь, и на улицу выходишь, и это, и простываешь. Не держится, особенно вот после тренировки, когда позанимаешься, вспотеешь, выйдешь. Ты еще в сауну не хожу, блин. Вот, выходишь весь пропаренный, на улице идешь. О, жарко аж прям, чуть не расстегнуться хочется. А потом, когда оп, а все, уже поздненько. Уже продуло, просквозило. Такс, ну что ж, давай, наверное, Макмана здесь возьму одного. Должен, по идее, он справиться. И мне кажется, должен. Супер-пупер торнадо, как говорится, и все. И они... Ага. Они не все упали. Но, тем не менее, по инициативке, ребят, вытянули мы. Вытянули и разбомбили. Так, 43-е место. Ага. Так, время это уже, ребятушки. Ой, ой-ой-ой, там было 19-21, я видел, да? Точнее, 20-21, по-моему, было такое. Вот, 16-21. Пу-пу-пу-пум. Время уже, говорю, 9:30, а мне завтра, друзья мои, с утра на работу. Так что, наверное, сейчас поиграю в черепашек и закончу. Видосик выложу, ребят, не знаю, когда. Может быть, завтра, может быть, ребят. У меня на втором канале еще там видосы загружены. Я их выложить никак не могу. Сегодня уборкой генерально занимался, так что как бы не до этого было. Да ну нафиг, 16-21, зачем ты рэпи? Блин, ну ведь было же, нет, вот надо было вот свои ручонки маленькие пакостные сунуть туда. Так, берем Лео, раз, два, три, четыре. Мы, кстати, Лео взяли, а у нас, мы сравнялись по уровню, кстати, с противниками, между прочим, друзья. Я тебе так скажу, ну-ка. Не дотянул, не добомбил. И знаешь, что я не понимаю, ребят? Зачем вот один из подписчиков написал: Рэй, давай с камерой. Черепашки, ниндзя с камерой. Зачем, друзья? Мы с вами 5 лет без камеры, а тут вдруг камеру надо врубать. Мне кажется, и так нормально. Камера хороша, знаешь, в каких играх? В ужасах, например. Но я ужасы почему-то
Ну как, я имею в виду такие хорроры, хоррор-игры. Если я не... Я не помню, ребята, блокировал я у себя на канале старую хоррор-игру. Мой самый-самый первый опыт был после Deadline, или как он там? Помните, наверное, да? Двухмерная такая графика. Вот, там была игруха про какую-то ведьму в подвале. Там такое качество картинки, конечно, у меня. Ну, сам понимаешь, я тогда только начинал, у меня ничего толком, даже понятия не имел, как надо и рендерить, и какой формат выбрать. Все трещит, там хрустит. Но ты видел, что там со мной было, когда я в нее играл. Я вот не помню, удалил я ее или нет. Но это была жесть, короче. Вот. Как я там чуть ли не этот, как недрищ там бегал, блин. Шугался всего. Поэтому как-то вот с тех пор и к хоррорам отношусь поверхностно, друзья мои. Так, ну что, мы с тобой в Лигу Сёгунов 3 звезды попадаем. А в Лигу Мастеров явно не вытянем, ребят. Да, мы не вытянем, потому что у нас элементарно не хватит персонажей. Ну, такое вот бывает. Такое вот бывает недоразумение. Так, бомбанули. Бомбанули, побежали. Та-да-ри-та-та. Так, с 92-го места мы переходим на 81-е. Так, ну давай возьмем на Крэнга. Что у нас там? Все остальные отыгрались, да? Так. Крэнг, Джастин, Крис Брэдфорд, Рокзар. Из массовиков только лишь Крэнг у нас получается, да? А, нет, ребята, у нас же еще есть пульверизатор и... Ой, нейтрализатор и этот Джастин. То есть три массовика. Блин, не попаду. Ну что, ребят, надеюсь, у всех там предпраздничное настроение. Все, надеюсь, довольны, все ждут праздников. Я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Поздравляем друг друга все с Новым годом, ребята. С наступающим праздником, точнее. Новый год будет через два буквально дня. Вот, и это... Я на выходном буду. У нас как раз 31-го крайняя с утра. То есть первого выходной. И второго только в ночь. Но я, ребят, наверное, отмечать не буду. Просто приду, тупо лягу спать после работы. Такие планы куда-то идти у меня нету. Я даже готовить ничего не буду. К родителям... Не знаю. Наверное, не пойду я никуда. Чисто дома просплю. Отдохну хоть. Тренировки у нас тоже только лишь с 4 числа начинают открываться. Так что неделя расслабона будет. Так, ну что, друзья мои, черепашки, да? Погнали. Давай-ка так наразил ее. И вот так. Так что целая неделька, ну как неделька, там 5, ну 6 дней нормально, думаю, отдохнем. Наберемся, так сказать, сил. Надеюсь, у нас следующий, будущий год будет хорошим, успешным. Хотелось бы, как всегда, ребят, ну хотелось бы верить, понимаешь, уже вот все это вот надоело мне, я не знаю. Хочется уже какого-то спокойствия, стабильности, блин. Будь уверен в завтрашнем дне. Вот. Пока такого чего-то нету. Постоянно как на пороховой бочке, блин. Так что надеюсь, все будет хорошо. Ну и, соответственно, вам, ребят, конечно же, всем здоровья крепкого. Быть умницами и умниками. Слушаться родителей, само собой. Ну и пускай сбываются ваши, как говорится, мечты, желания в следующем году.
И не болеете, самое главное, ребят. Это, видишь, я в этом году... Что-то я в этом году, кстати, очень много болел, ребят. Очень много. Да уже и возраст не тот. Блин, сейчас я, наверное, прекращу играть, потому что мне этот кашель уже все. Сейчас не даст нормально поиграть. Иногда просто, знаешь, начинаешь кашлять, аж взахлеб, просто задыхаешься аж. Вот, поэтому как бы, блин, и думал, что начну снимать, кашля не будет. Но он, видишь, ребят, специально, как вот, как всегда начинаешь, и он тут как тут. Как будто поджидает меня. Это я еще, ребята, часто, знаешь, когда он больше всего вымораживает? Когда ты начинаешь спать. Ты начинаешь спать, у тебя глубокий сон, и вот этот вот приступ кашля, твою налево, и не знаешь, что и сделать. Уже горло болит, легкие болят. Ты прекрасно понимаешь, что тебе скоро вставать, а ты не выспавшийся нифига. Ой, трэш. Просто, друзья мои, трэш. Так, ну что, здесь тоже у нас хорошо все получилось. Ага. Ну, а теперь давай попробуем пофармить. Ну, я чу... Так, снаряжение черепашки. Мне нужно именно эксперт снаряжение. Ну, что-то... Что-то тут... Последняя попытка. Да. Ну, не выпало, друзья мои. Что я могу сделать? Не выпало мне. Эксперт к снаряжению, к несчастью. Друзья, к несчастью. Вот. Поехали теперь с тобой на события. Так, змея карай тут что-то выпендривается. Ну, да не будем мы, наверное, массово делать. Так ее попробуем зафигачить. Зачем вот он ее захилял, а? Гаденыш мелкий. Ну, Доня, давай, жги. Молодец, поджег. Так. И... Наверное, сюда бомбанем. Масуху пока не использую, ребят. Хотя можно было бы. Это все равно последняя волна, да? Ладно, фиксы. Просто массовая атака на Маузерха откатилась, можно было шлепнуть их. Тут, кстати, осталось-то, друзья. Раз, два, три, четыре. Все, и... Как всегда, Крэнк получит по ушам. Так, ну что, мы теперь занимаемся... Так, у нас 29 тысяч хватит у нас на... Хватает, ребят. 93 уровень получает Алапекс. А где наш... Вот он, красавчик, стоит. Да. Поехали, ребята. Так, нам сколько нужно кружек? 6 кружек, да? Раз. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая и последняя. Ага. Да ладно. Так, шестая кружка есть. Отлично. Так, ну что, ребята, массовая атака у нас прокачана до шестой ступени. Давай дальше. О, 8 пультов от телевизора, да? Так, один есть. Второй. Третий. Ну, у нас закончится, ребята, пицца. Пицца тайм. Давай забирай тогда награды здесь. Открыть колоду. И у нас как раз еще и пицца появилась. Ну, ее не так много, конечно, ребят, но...
Блин, как мне его... 320 осколков, ребята. Блин, 320 осколков. То есть, блин, нам потом вот из-за того, что нам не хватит с тобой 5 осколочков, надо будет целую неделю потом бомбить. Ну, это, конечно, жесть. Ну что ж, друзья мои, все, на сегодня мы отыграли. Надеюсь, мы все-таки успеем с вами заработать Лигу Мастеров 3 звезды до конца недели. Иначе нам придется тогда не одну неделю, а 2 недели ждать. Так что, друзья мои, на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.